В правительстве Курганской области пройдет горячая телефонная линия антикоррупционной направленности. Тема – госрегулирование цен, тарифов и надбавок к ним. Также позвонившие смогут проконсультироваться по вопросам, касающимся изменения тарифов, нормативов потребления, задать вопрос на тему региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг. Горячая линия будет работать в четверг, 14 июля с 16 до 17 часов. Номера телефонов вы видите на своих экранах.